В эфире «Производственная гимнастика». Привет! Снова «Производственная гимнастика». Все, кто переварил наш предыдущий выпуск, приглашаются к продолжению этого приключения. Погнали! В эфире «Производственная гимнастика». Привет, Венера! Сегодня одна из самых важных тренировок, потому что она посвящена самой важной части тела любой девушки. Не думай, это не голова, сегодня ягодицы. Но не потому, что на сильные крепкие ягодицы обращают большинство взоров мужчин, а именно потому, что сильные крепкие ягодицы стабилизируют тазобедренный сустав, а значит, удерживают позвоночный столб в его естественном и правильном положении. То есть сильные ягодицы – ноль дискомфорта в пояснице, в шее. Первое упражнение – это будет приседание на одной ноге со стула. Подними руки, как будто ты за что-то держишься. Это тебе поможет стабилизировать грудной отдел. Итак, втяни живот, хорошо присаживай монолит, бетон. И теперь отпускай руки резко вниз, вставай. Хорошо. Также садись аккуратно, держи баланс, равновесие. За это очень много мышц отвечает. В идеале стул подобрать таким образом, чтобы от середины тазобедренного сустава до середины коленного была одна линия. Чем выше стул, тем легче тебе делать. Чем ниже стул, тем интереснее становится упражнение, тем больше нагрузка ложится на ягодицы. Также второй момент. Колено всегда должно смотреть в сторону носка. Нужно сделать четное количество раз. 6-8 раз на каждую ногу. Так ты легче запомнишь эту цифру, и на следующей тренировке ты уже будешь пытаться побить свой рекорд. Будь внимательна, у тебя правый носок разворачивается. Направь его прямо. Угу. Села, перепроверь носок. Да, здорово. Больше включай грудь. Грудной отдел вперед, подтяни мышцы живота. Они помогут тебе выполнять это упражнение. Хорошо. Ягодицы, живот, грудь, спина здесь очень сильно взаимосвязаны. В эфире «Производственная гимнастика». Второе упражнение в преддверии дачного сезона будет называться «Тянем репу». Очень важное упражнение, потому что несет в себе пользу для задней поверхности бедра, для ягодиц, живота и плечевых суставов. Ставим ноги шире плеч, так, чтобы между пяток у тебя поместились твои плечевые суставы. Хорошо, немного носки развернем, добавим акцента на ягодицы и внутреннюю поверхность бедра. Теперь делаем наклон с прямой спиной. Между подбородком и грудью у тебя, правильно, теннисный мяч зажат. На разгибание выпрямляем руки перед собой. Отлично. А теперь все без паузы. Вдох, выдох. Втягивая мышцы живота, выпрямляем руки. А теперь одним движением. Сильно сжимай ягодицы и резче поднимай бумагу. Вдох, выдох. Молодец. Делаешь хорошо. Итак, основные ошибки, какие здесь могут быть, люди делают не наклоны, а приседания. Второе, хорошо, делают переразгибание, то есть подают сильно мышцы живота. Поэтому будь добра, втяни и держи их очень крепко. Третье, не поднимая выше плеч, иначе нагрузка живота перейдет на поясницу. Ну, что ты чувствуешь? Живот. Спасибо. Ага. А теперь добавь акценты ягодицам. Вдох, выдох, сжимай ягодицы. Еще. Вот до сюда, до моей руки поднимай. Вдох, выдох. Бам. Здорово. Хорошо. Ага. В эфире «Производственная гимнастика». А третье упражнение – это выпады в сторону. С пачкой офисной бумаги в виде отягощения, плюс это будет нести огромную пользу для твоих мышц живота. Делая выпад в сторону, мы делаем вдох, наверх выдох и выпрямляем руки. Ага. Поочередно в каждую сторону, верно. Только выпрямляем до конца и фиксируем прямые руки, верно. Вдох, хорошо, выдох. Значит, на что здесь нужно обратить тебе внимание? На то, чтобы у тебя колено всегда смотрело в сторону носка. И не подавай, пожалуйста, мышцы живота вперед. Не переноси с мышц живота на поясницу нагрузку. Друзья, хочу напомнить вам, что любая тренировочная программа принесет вам пользу, если вы будете ее делать, закатив рукава. Но при этом любая тренировочная программа, расписанная индивидуально под вас, никакого результата вам не принесет, если вы ее будете делать спустя рукава. Я уверен, что у вас все получится. Дерзайте. Работайте. В эфире «Производственная гимнастика».